Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о наставничестве. Очень интересный вопрос, который мне задали. Каждый ли должен быть наставником? Если мы с вами хотим быть людьми, которые участвуют в этом потрясающем забеге, в этой вселенской эстафете выполнения великого поручения, то мы просто обязаны быть не только учениками, но и вырасти и стать наставниками, чтобы учить других, которые будут учить других, умножая и умножая Царство Божие. Мы просто обязаны. Если вы хотите быть просто человеком, сидящим на скамейке в своей церкви, слушающим проповеди, назидающимися, возрастающими там, в каких-то сферах, это ваше право. Но как только вы задумались о том, что вы хотите быть человеком, который будет двигаться в этом движении, умножая царство, выполняя его великое поручение, и вы хотите быть в этом эффективными, вам просто необходимо быть не только учеником, но и в итоге стать наставником, чтобы это движение никогда не останавливалось.